Я приветствую всех, дорогие друзья. Мы начинаем увлекательно лупцевать, как его там, регенератора. И надо же такому случиться, что у меня получилось таки на последнем регенераторе тактика с ножом. То есть то, что до этого я пытался, все у меня не проходило. А вот в этот раз получилось. И мы его спокойно режем, режем, да. Хоть над одним регенератором поиздеваемся из всех, что были до этого. Делаем ему массаж спины, простаты и прочей хрени. Фишка в чем оказалась? Видимо, до этого, когда я пытался ударить предыдущих там по ноге, я, видимо, как-то неправильно их цеплял. И нога у них не отгрызалась. А в этот раз получилось удачно. Блин, музыка такая. Убил я уже регенератор. Почему она продолжает такая нагнетающая? Вот, и еще самое интересное, что когда я проходил на норме, я их пытался также бить. Но что самое смешное, когда я делал шаг вперед, они делали замах. Ну, я подходил к ним, шел замах, я отходил, и я постоянно получал люлей. То есть я не мог нормально отойти. А что он? Ай, что это? Вот. То есть такое ощущение, как будто у меня был глюк. Что мне надо было бы вообще подходить в упор, и тогда он только делал замах, а на расстоянии он не делал. А вот в этот раз почему-то стало получаться. Такая вот хрень. Ладно. Это все лирика. Впереди, по сути, последний этап перед финальным боссом. Последняя братва. Не знаю, как будет так же сложно, как и предыдущая была, или может чуть попроще. Да, конечно, сложно будет, кого я обманываю. Стартуем, в общем. Так, а где там этот самый бочка? Так, в первую очередь арбалетчик. Блин, это тоже, оказывается, арбалетчик. А я думал, арбалетчик только который сзади. Ну что делать? Бежать на амбразуру? Кик-кик-кик! Он не перелазит, да, здесь? Тихо, я тут пошумлю немножко. Опять не рассчитал. Кто стреляет, кто пуляет, я не знаю. Отходим, отходим. Нам проблемы не нужны. Можно их всех успокоить, забежать за дверь. Нет уж, сами сюда идите. Ох ты, тварь. Да, неудача так получилась, но ничего. Продолжим. Не буду я бежать туда.
с арбалетчиком у меня будет разговор короткий. Учитывая, что их там двое, бежать я на них не собираюсь, что постоянно получаю от них люлей. Поэтому буду их расстреливать. Блин, показалось, что он уже все улетает, этот топор, а он, блин, как раз мне на голову или на шон там, на ногу мне приземлился. Ненавижу свою невнимательность. Не понял, тот куда ушел? А, вон он где. Ну, замечательно просто. Как мне теперь их выкуривают? Зла не хватает, ребята, вы достали, ей-богу, уже. Подожди, а ты, дружок, откуда взялся? Нет, как не достал? Это уже беспредел. И что мне теперь делать? Так, а что если... зайти за дверь? Пулеметчик как? Будет спрятан? Ну а вторая стрела где? Ну стреляй! Дыщ! Реакции никакой совершенно у меня нет. Да откуда я буду знать, когда... Где пулеметчик? А, вон он. Стрелу в спину и нормально. Где пулеметчик? А, в спину, на тебе. Ну типа уже вышел, что ли, или что? Попробую еще раз. Ну давай, вот он я. Стрела и стрелок. Вот так сразу надо было, родной ты мой. Вот как это понимать? Я ему режу ногу, он стоит такой, а, все нормально, типа. Может, через бочки пробегать? Ладно, пойду автосейв сделаю, чтобы этот арбалетчик мне больше не выносил мне мозг.
И будем думать, как с пулеметчиком разбираться. Попробовать заманить и как-то... Не знаю. Можно, конечно, к лестнице. Куда он пошел, эй? Может не бежать на него в плане... Пока не бежать. Так. Пойти вот этих, что ли, пока повыносить. У меня такое ощущение, этот здоровяк уже полез. Ой-ой-ой. Пулеметчик. Его убежать-то не получится. Уж сначала как-то мужиков побить. Здоровяк-то пошел, нет. Вот что, что там за хрюк идет? О, здорово, самый смелый оказался. Главное, бочку не зацепить. Кого там еще я режу? Хватало еще безголового. Звук же был типа пш, все он этот там, ну. Ну как бы этот, ну не могу я сказать, чё. В общем, плага типа у него лопнула. Опасно, я боюсь плагу. Сдохни! Фу, сдохла. Теперь ты... Сейчас будем пытаться их по одному, по несколько вытаскивать. По два, по три, по четыре. Твою ж налево. Еще одна. Да отойди от меня! Да ну что такое, блин? Мне страшно. Не приближайся ко мне. Боюсь я тебя. Я сам к тебе лучше приближусь. Вот ей-богу, не умею я с этой плагой с ножом драться. Мне один знакомый как-то умудрялся к ней подбегать, вот она типа машет, пытается ужалить,
Он отходил шаг назад и резко успел подбежать и ее порезать ножом. Ну, я так что-то пробовал, не получалось особо. Она все равно успевала меня цапнуть. Так, автосохранение. Идем дальше. Блин, а хоть одного пулеметчика-то смогу завалить? Что мне до этого нужно? Мне надо к той лестнице подойти, да? Я даже траву не подобрал, обалдеть. Давай, ладно, подбирай. Такс. Просто сейчас же будет этот какой-то сработает. Или пока я... О, япона мать! Ого, надо же. Хотел маленькому задеть, а заехал большому. Это мне не нравится. Ну-ка. Да... Твою мать! Дайте мне со здоровяком-то нормально повоевать! Сейчас будут меня доставать. Фу, господи, ну почему так не везет-то? Твою налево, нет. Так, все, сдох. Не мешай мне, друг. Все, и... достану. Слишком высоко. Ой, слишком далеко. Не надо, не надо, друг. Он так низко приседает, а? Может, конечно, один раз, тогда он не будет стрелять. Может, по одному разу бить? Быстрее все будет. Да, лестница лучший друг против пулеметчика. По заднице тебе. Да, есть вариант ему четко в голову попадать, но это, блин, я не знаю. Прям миллиметровать надо. Опасно. Убивай меня, дядя пулеметчик, я же добр. Ой, я думал, сейчас будет опять стрелять. Блин,
Сейчас один же раз ударил, чё он? Чё он стрелял-то, а? Здесь, я думаю, два раза можно успеть. Опять не начал. Всё, баловство. Косой. Странно, почему этот доктор Сальвадор с бензопилой поднимается по лесенке, а этот такой прыгун. Но они их так сделали. Задерживай только эфирное время своими выстрелами. Давай, просто прыгай, спускайся, все будет окей. Блин, раз он все равно стреляет, значит, думаю, по два раза его буду наверх убить. Ай! Что так страшно стало, нет, буду один раз я его там бить. Даже три раза успел. Но это надо как-то подгадать, что он как раз прыгает. Сейчас не подгадал. То есть он крифтит и доли секунды и взмах ножом. Ура! То хотел сказать, сколько же у него здоровья, жирный кабан. Ну ладно, хоть одного из трех пулеметчиков мы завалили. Наверное, даже сохранюсь на печатную. Мало ли, вдруг какой-нибудь вылет или еще что. Так, мы продолжаем. Пока вроде нормально все, без особых напрягов. Не то, что в предыдущих разах, там я переигрывал по 500 раз, здесь пока что. Так, братва побежала, да? Чуть-чуть разрядим обстановочку. Мы их здесь подождем. Так, здесь никого. Вроде же отсюда откуда-то бежали. Нет. Пока, друг. Ой, что-то мне не нравится. Сейчас еще метать начнет, блин. Давай-ка не доставай-ка свой топорик. Лестница, безотказное оружие против тупых гананов. Ну видите? Ну его нафиг этого топорщика. Фу. Ага, вот и ключик.
то, что нужно. Так, ну ладно, пойду, наверное, еще раз автосейвнусь на всякий пожар. Ну что там такое осталось? И пойдем открывать двери и бежать дальше. Что, где эти двери, которые мы откроем с помощью карточки? Кто там с вибратором выжидает меня? Кто там меня выжидает? На тебе. Сначала тебя, потому что ты вообще не поддаешься логике, как ты действуешь. Ай. Да твою мать, откуда? Хоть предупредили бы. Кто там меня успел зацепить? Вот так вот. Стоит драться, а тебе тут сзади хлоп и все. И попал. Аккуратнее надо быть, внимательней. Что там, пошли откуда-то? Давайте, идите за мной, друзья, товарищи. Главное, чтоб меня не цепанули. Куда они идут-то хоть? Ага. Ну ладно. Специально, да, со всех сторон. Опять вибратор идет. Блин, ненавижу этих безоружных. Я уже объяснял, почему. Да не вставай ты. Лежачему там заехал. Пойду я, пожалуй, наверх. Не буду испытывать судьбу. Что-то мне этот звук не нравится. Сзади, надеюсь, никого нет. Да вроде никого нет. Ты в камуфляже с раскрашенным лицом. Ты уже у меня такой один был. Размахивал там топором и прочее. Последний, что ли? Все, что ли? Еще раз, что ли, сходится автосохраниться. А то этих сюрпризов здесь может быть полно. Снова возвращаюсь к вам. Ну, ожидала, конечно, здесь поболее такого беспредела, но... Если их выманивать постепенно, не торопясь, то все можно сделать нормально. Ну и с автосохранением проще, конечно, если что... перезаписался
Ай, блин, надо же этот найти, куда в карточку вставить, а потом уже кнопки жать. Я забыл. Так, а где у нас карточку вставлять? Вот сюда. Что такое? Там еще что ли кто? А, понятно, ну ладно. Арбалетчик и какой-то там чубрильский. Да блин. Не буду я с ними разбираться, просто нажму кнопочки и свалю отсюда поскорее. А то там арбалетчики понеслись. А я с арбалетчиками не дружу. Все, 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 прощай, друг. Я так удивился, думал, что-то не понял, что произошло, где я нахожусь. Кажется, был автосейв после... Я думал, автосейв только когда локацию определенную пересекаешь. Да ну блин, ну что он не хочет реагировать? По зубам, по зубам. Леон заслужил это. Что эти какие-то спецребята бронированные, я смотрю. Ай, рискнул, рискнул. Самое главное по роже зацепить. Эй, подожди. О, ладно, друг, я так не играю, пока. Эй, я не так спокойно заходил, а вбежал, потому что сзади плага. Не надо меня обманывать. Фух, осталось-то совсем чуть-чуть. Чуть-чуть совсем осталось. Я не верю своему счастью. Хотя тут сейчас мужики будут. Черт, вроде ж оба кайфовали. Чё, один не понравилось, что ли, да? Ай, вот это зря. Этот последний рубеж, железные труселя, как они мне надоели. Желания нет с вами воевать. Пошел нахрен, пошел нахрен. $47 миллионов фейлов. Вот так вот. End chapter 5.4. Последняя глава. Последняя глава. Обалдеть. Неужели, неужели, неужели я почти это осилю? А, господи, сколько сил, нервов мне это всего стоило. Остался Садлер. Как я буду с ним драться, хрен его знает. Даже просто РПГ не поможет. Что-нибудь придумаю. Последний рубеж остался. Еще чуть-чуть и все.